Упражнение. Умение останавливать мысли. Умение останавливать тело и разум возвращает их в настоящий момент. Только так вы добьетесь покоя и концентрации и встретитесь с жизнью. Если вы сидите спокойно, останавливая тело и разум, и храните тишину внутри себя, вы достигаете неподвижности и сосредоточенности, а ваш разум просветляется. Только так вы осознаете, что происходит внутри и вокруг вас. Начните с прекращения всей той гонки, которую вы ведете при помощи тела. Когда ваше тело неподвижно, когда вам не нужно обращать внимание ни на какие его движения, кроме дыхания, тогда вашему разуму станет легче отказаться от привычного бега, хотя для этого необходимо время и некоторая тренировка. Когда вы научитесь останавливать разум при неподвижном теле, вы сможете останавливать его и в тех случаях, когда ваше тело продолжает движение. Концентрируясь на том, как ваше дыхание сочетается с вашими обычными движениями, вы начнете жить в состоянии осознанности, а не забытья. Как и все в этом мире, наши мысли непостоянны. Если вы не ухватываете мысль, то после своего возникновения она существует лишь на мгновение, а потом исчезает. Цепляние за мысли и желания, касающиеся богатства, славы или чувственных наслаждений, ведут к страстям и зависимости от них, направляют вас по опасному пути и приносят страдания вам и окружающим. Умение осознавать свои мысли и желания, задерживать их и освобождаться от них дает вам пространство для развития и познания подлинных намерений. Вы можете создать собственные строки для приведенных ниже версий медитации. Делая вдох, я осознаю свои мысли. Делая выдох, я знаю, что они непостоянны. Делая вдох, я осознаю мое желание стать богатым. Делая выдох, я знаю, что богатство эфемерно. Делая вдох, я осознаю, что страсть к богатству приносит страдания. Делая выдох, я освобождаюсь от страстей. Делая вдох, я осознаю свое желание чувственных наслаждений. Делая выдох, я знаю, что чувственные желания непостоянны. Делая вдох, я осознаю опасность чувственных страстей. Делая выдох, я освобождаюсь от чувственных страстей. Делая вдох, я размышляю об умении освобождаться от мыслей. Делая выдох, я ощущаю радость освобождения от мыслей.